Накануне матча против Тольяттинской «Лады» хоккейный клуб «Динамо» организовал любопытную акцию. Всем, кто проезжал мимо арены в Балашихе, на автомобиле марка «Лада» предлагали билеты на игру. Спасибо, «Динамо»! Я вижу радость на их лице. Вон один парень даже ехал с коньками в машине, показал мне коньки, говорит, фанат, хоккей любит очень, рад. Все говорят спасибо большое, о, нифига себе. Акция продлилась почти 2 часа, и, надо признать, в Балашихе оказалось немало любителей хоккея среди местных водителей, хотя иногда доходило до смешного. А пойдете на матч? А у вас «Лада» автомобиль? Да, вот. «Лада Калина». А вы придете? Нет. Ну скажите, что придем. Хорошо, не приду. Бесплатные билеты. Бесплатные. Я не местный, я тут работаю. Люди как-то с энтузиазмом, с интересом к этому относятся, спрашивают, а что, когда, где. Некоторые даже сами останавливаются, одна машина параллельно проезжала, сама остановилась. Много спрашивают не владельцы «Лад», а иностранный иномарок, но, к сожалению, мы не можем выдать, но и очень они огорчаются по этому поводу. Спасибо, «Динамо»! «Динамо», спасибо! Спасибо, «Динамо»! Спасибо большое, спасибо. Вам двух хватит билетов? Вот так готовились к заключительному домашнему матчу 2015 года. Ледовая арена в Балашихе хоть и не постоянная, но все-таки наша. А на своем льду команду мы увидим теперь не скоро. Только 4 января в ВТБ Ледовый дворец приедет «СКА» из Санкт-Петербурга.